Идея дать такое обещание Кириллу пришла спонтанно. Говорит, надоели депрессивные мысли о бессилии сборной России и вечные жалобы на наших футболистов. Поэтому и решил сделать столь необычную ставку, закрепив свое слово постом в социальных сетях. К концу рабочего дня попробовать победный бургер абсолютно бесплатно решило больше 300 челябинцев. Мне все равно в плюс сыграет, в долгосрочной перспективе. Потому я думаю, что сейчас, да, я разработаю в минус, но потом мне это сыграет на руку. Стартовала акция в половине 12 дня неподалеку от сквера «Алое поле». И с каждым часом желающих полакомиться фастфудом становилось все больше. По словам горожан, об акции узнали благодаря современному сарафанному радио. Через соцсети ВКонтакте молодой человек сам опубликовал запись, что если наша сборная победит, то он вот всех накормит. Так что вот и пришли посмотреть, правда или нет, оказалось, что так и есть. К сожалению, вчера работал, но я прям слышал крики людей, которые кричали с улицы, кричали со дворов. И это было, ну, реально очень экспрессивно, импрессивно. Здесь выдают бесплатные бургеры, если покричать «Россия чемпион!» И тогда будет бесплатная еда. Кстати, в четвертьфинальном матче сборная России встретится со сборной Хорватии. Пока никаких ставок и обещаний никто не дает. Но, как показывает практика, челябинцы – народ спонтанный и эмоциональный. И вполне возможно, в случае победы нашей команды горожане смогут насладиться, к примеру, бесплатными молочными коктейлями. Россия! Россия! Анастасия Мельникова, СТС, Челябинск.